Белый футбол, я не вижу, представляет телеграм Еспресо, правильно я розумію? Футбольний автомат. Олександр Миколайович, Жерсон Родрігес вийшов в основі, забив гол. Чи це означає, що він автоматично собі забронював місце в основі на Брюге? І чи можна сказати, що Динамо з перших хвилин гратиме в атакувальний футбол? І чи можливо два форварди одночасно, наприклад, Соль і Жерсон в основі? Дякую. Добрий вечір. Ну, тут Витя вопрос задавали, да, что конкуренция большая на его позиции. Так что ну, позиции нападающих у нас тоже, да, есть выбор. Тот же Беседин, например, с Кендриев Хран, Джерсон. Так что да, два нападающих мы начнем, или мы начнем с оттянутыми нападающими. Да? Да, нам нужно будет забивать, но нам тоже нужно будет думать об обороне тоже. Надежность игры в обороне, концентрация. А уже тактическая схема, она все равно все это относительно так, меняются позиции, так что здесь мы... у нас есть тоже хороший выбор в плане, кто выйдет на стриме. Потому что тот же Джерсон может сыграть и в позиции крайнего полузащитника. Здесь вариантов, варианты у нас есть. Прошу, у нас тут. Два запитания. Насколько команда психологично становилась сейчас после двух таких непростых поразок? І друге, наскільки не просто грати у такому графіку, так? Три матчі за 10 днів. Ну, ми вже після ігри з Шахтером переключились на ігру з Брюгге. Совершенно різні турніри, да? Совершенно різні стратегії. Чемпіонат продовжується. Десь у нас игра уже кубковая, так что здесь сильно психологически команда не угнетена, так что все на футбольном поле уже выбросить то, что было там два дня назад. Только сконцентрироваться на завтрашнем матче. А то, что касается графика, понятно, что три, да, это у нас уже шестая игра, если так говорится. Короткий промежуток времени, так что здесь мы должны быть и проявлять характер, проявлять силу воли. Без этого в таких играх, в кубковых играх, добиться результата будет сложно. Прошу. Александр Николаевич, если можно, прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию вокруг Николая Шапаренко. Сейчас много о нем разговоров. Проверки, якобы переговоры любые с другими клубами. И каковы его шансы непосредственно в завтрашнем матче? Никаких переговоров по Шапаренко нет, это футболист нашей команды, первой команды. Он готовится к завтрашней игре. Мы завтра определим, кто будет играть, кто будет выходить там на замену, кто будет играть. Прошу, Александр Данилов. Про психологическое состояние после игры с Шахтером уже спрашивали. Физическое состояние. Обошлось ли без повреждений, возможно, которые уже проявились после финального свистка? Все ли здоровы, все вполне хорошо? Ну, по физическому состоянию все ребята готовы. Так что даже игра с Шахтером показала, что во втором тайме нам опять добавили, да, в плане движений, в плане качества, так что функциональное состояние. Оно неплохое, но все равно нужно будет играть, да, через «не могу», тот же, говорю, характер, доставать из себя максимум. А ну, на сегодняшний момент у нас в игре только не могут готовиться. Это Попов, он получил некоторое убеждение в игре за дубль, и Никель. Ну, все остальные ребята готовятся к завершению. Вычерпано запитание? Олександр Караваєв не з'явився на полі матчі з Шахтарем, чи це було через ту саму помилку, яка призвела до пенальті на стадіоні Ян Брейдер, і чи зрештою можуть вболівальники очікувати на появу Олександра завтра? Ну, ні в коєм випадку, тому що ошибка, яку він допустив, це пенальті, це гра, всі можуть допустити ошибку. Вы какие-то ищете, да, там кто-то не забил, да, значит, все, этого футболиста у нас нет. Он сейчас, Караваев, не играл с Шахтером и из-за этой ошибки. Есть тоже стратегия какая-то, но надо, да. А Саша готовится тоже к завтрашнему. Прошу.
Спасибо. Шановні колеги, 15.